Задачу бабушки с этим поднимаешь? Нет. Он не знает этого, это работа Векова. Или нет? Ну да, но надо это было сделать. Нет, это... Он абсолютно прав. Ну это есть такие задачи. Ну, это точка зрения приложения, вы имеете в виду. Да, ну, Он прав, он абсолютно прав. Надо приложить 2,5 страницы, да? И взять... Знаете, я в такие ситуации рассказываю один... У меня есть время, да? Одну историю реальную совершенно связанную с Гинзбургом, да? Это связано с тем, что сегодня у нас был пленарный доклад, да? Он получил Нобелевскую премию, и мы 4,5 часа его мучили на мехмате. Произнесили, да? Ну да. И мы его спросили, а как он относится к теории струн. Он сказал, что за мой век теории струй было 7 революций. Но ни одного просчитанного эксперимента. Он прав. Он абсолютно прав. Понимаете, это плюс, потому что такие вопросы задают. Все в порядке. С теорией все в порядке. Но надо самое нудное, да, и самое грязное в нашей профессии сесть и просчитать. Вот к земле привязать. Да? Владимир, почитаем программу, составим. Я про это говорю. Хорошо. Вот и